Камчатка во власти мощного циклона. Оперативные службы сейчас находятся в режиме повышенной готовности. В ЦУКС МЧС развернут оперативный штаб, который координирует всю поступающую информацию о складывающейся обстановке. Во власти циклона, который обрушился на Камчатку в понедельник, оказались Петропавловск, Елизовский, Усть-Большерецкий, Мильковский и Усть-Камчатский районы. Скорость ветра в Усть-Камчатском и в Усть-Большерецком районе составляет до 24 метров в секунду. В Петропавловске и Елизовском районе, а также на трассе Петропавловск-Елизово до 33 метров, а на юге Усть-Большерецкого и Елизовского районов в порывах ураганный ветер достигает 45 метров в секунду. В Усть-Большерецком районе, где не исключен подъем уровня рек и осложнение гидрологической обстановки, работает оперативная группа спасателей. Они осуществляют мониторинг паводковой обстановки и в случае ухудшения ситуации будут готовы оказывать помощь населению. В связи с подходом циклона в подразделениях МЧС проведены смотры пожарной и спасательной техники, проверена их работоспособность, уточнен состав сил и средств, которые могут быть задействованы в ликвидации последствий циклона. Населению в период действия циклона необходимо воздержаться от попыток пересечь реки вброд. Туристам, охотникам, а также рыбакам следует переждать непогоду в населенных пунктах, родителям следить за местонахождением своих детей, а по возможности вообще не выпускать их на улицу. Добавим также, что по данным МЧС у берегов Камчатки ожидаются волны высотой до 9 метров. Подпишись на каналы Mass Media News в Facebook, YouTube и Instagram.